У нас в студии стало на одного бодрого, на одного большого, во всех смыслах этого слова, человека больше. Александр Лобанов проснулся в понедельник для того, чтобы показать вам новые упражнения. Саша, доброе утро. Доброе утро. Какими мышцами мы сегодня займемся? Ой, прям на вас смотреть страшно. Прям майка так и лопается от мышц ваших. Сегодня мы постараемся задействовать максимальное количество мышц за короткое время. Ой, да. Будем вот просто вот по максимуму, грубо говоря. Давайте, Саша, да. Вот первое упражнение наше будет называться «Часы». То есть заключаться они будут в стандартных выпадах, но немножко с ухищрением. То есть мы делаем выпад, отводим ногу назад, и сразу же в бок, и опять выпад. И подставляем, и также делаем следующий ногу. Вперед, назад и в сторону. То есть это мы что часы. Качаем? Мы ноги. Качаем ягодицы, да, и бицепс бедра. Так. Потом следующим упражнением мы укрепим нашу осанку и поясницу. То есть занимаем положение. То есть те, кто любит еще 5 минут поваляться дома на кровати. Руки вдоль тела. Ноги прижаты. И поднимаем туловище вверх. Вниз. И максимально вверх. Ага. Вот. Но это кажется, что оно простое. Да, оно не очень. А ноги не нужно поднимать, нет, да? Нет, у нас ноги прижаты. В нашем случае. И мы поднимаем только корпус. А это для спины не вредно, что мы так выгибаем спину? Но мы же не сильно прогибаемся, то есть мы чувствуем. Как только пошло растяжение в поясницу, нагрузка, мы опускаемся назад. Опять же, вверх, назад. При этом работает как и поясница, так и ягодицы, и бицепс бедра. Угу. Не вставая потом, мы ложимся на бок, бедра ровно, и начинаем качать внешнюю сторону бедра. То есть поднимаем ногу вверх, отводим вперед, назад. При этом можно поставить либо стульчик, либо воображаемую планочку себе сделать. И с каждым разом, когда становится легче, ногу поднимать все выше. То есть вверх и в сторону. Вот. С этого же положения мы делаем скручивание. Ложимся на спину. И подтягиваемся локтем к коленям. Это уже пресс. Да, это уже пресс. Вот. Это можно и на кровати делать, правда? Да, я говорю, для особо тех, кто любит еще 5 минут поваляться, то есть мы разогрелись выпадами и пошли, легли еще, доделали еще упражнение. Валяйтесь с пользой. С пользой, да. И последнее наше упражнение будет, мы прокачаем немного наши плечи, дельты. То есть ноги на ширине плеч, немного потели в коленях и разводим руки в стороны. Ну, для мужчин утяжеление можно взять побольше. Можно побольше, если нету для самоделкиных, это можно взять бутылки, либо книги. Вот, и разводим в стороны, делаем 20 повторений, потом сразу же с этого положения поднимаем руки вперед. Опять же 20. Вот, и на этом заканчиваем наш комплекс. Вообще великолепно. Вот 5 минут и как бы То есть времени немного, но мы максимально задействовали количество мышц. Ну, это один круг. И сколько таких кругов делать надо? Ну, если у вас позволяет время, то можно 4-5 кругов сделать. То есть, целый день можно ничего больше не делать. Если все было так легко, то я думаю, да. Если бы все. А если бы вы знали, как я по 8 часов потом торчу в спортзале, да? Саша, спасибо большое. Хорошего тебе дня. Спасибо.